Дорогие друзья, сегодня впервые на центральной площади города Владивостока состоится первый на Дальнем Востоке рыбный фестиваль «Дальневосточная рыба». Жители и гости края смогут приобрести качественные и недорогие морепродукты от рыбных компаний и производителей, а также попробовать настоящий рыбацкий добросуд. Начало работы фестиваля в 11 часов утра. Помимо презентационных площадок, рыбных компаний и производителей, уже в 12:30 на центральной площадке пройдут различные мастер-классы, конкурсы и яркие выступления творческих коллективов города. Дальневосточная рыба. Так что добро пожаловать, дорогие друзья!